Учащиеся университетской школы приняли участие в проекте под названием «Ыщ-пыщмак», который был реализован в рамках родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Суть и цель данного проекта заключается в том, чтобы ребята смогли поближе познакомиться с культурой татарского народа, в частности, научиться готовить самые популярные блюда местной кухни. Инициатором проекта стала директор Елабужского института Казанского федерального университета Елена Мирзон, а в его проведении активное участие приняли студенты и преподаватели кафедры татарской филологии. В течение ближайших недель принять участие в проекте смогут все учащиеся школы. Первыми в этой череде стали ученики 7 А-класса. Наша школа всегда поддерживает национальную идентичность. Мы стремимся прививать нашим детям любовь к своей культуре, к культуре других народов. И один из наших главных проектов этого года – это проект «Ыщ-пыщмак». Мне вообще замечательно, мне очень понравилось. Мы готовили на технологии, но это совершенно другое. Это уроки, а тут учишься чему-то новому, такой новый формат. Это очень легко, мне очень понравилось. То есть ничего сложного. Скоро будет день мамы, и я обязательно хочу приготовить «Ыщ-пыщмак». Ыщ-пыщмак – одно из самых популярных блюд, известное не только в Татарстане, но и за его пределами. Рецепт его приготовления обычно передается от родителей детям. Вот и сегодня своими секретами с ребятами поделилась мама одного из учеников. Юные повара проходили вместе с наставником все стадии приготовления блюда. Подготовка теста, нарезание мяса с картошкой и самое главное, чтобы пирог получился треугольной формы. Стоит отметить, что при этом среди учеников 7 класса, несмотря на юный возраст, нашлись и те, для кого работа на кухне является привычным занятием. Я не первый раз делаю ыщ-пыщмак. Это не такая и сложная работа, но я впервые делаю ыщ-пыщмак вместе с одноклассниками. Это было весело и увлекательно. Мне понравилось. Пока блюдо ожидало своего часа в духовке, детей ожидали различные игры и забавы, также позаимствованные из татарского фольклора. Ребятам удалось пообщаться, повеселиться и скоротать время, играя в подзабытую современными детьми игру «Колечко». Ну а приятным завершением вечера стало совместное чаепитие. Айдар Нурмиев, Амир Ахтямов, Универньюз.